и в нашумевших фильмах война. Твой горький след и в книгах, что на полке. И вот уже более 70 лет хранит земля твои осколки. С этих трогательных слов начался митинг в честь 75-летия с начала Великой Отечественной войны в Пестрецах. И земляков у памятника павшим воинам собрались пестречинцы и гости района. Казанский федеральный университет также не остался в стороне этого важного мероприятия. Поездку в Пестрецы организовали Департамент по молодежной политике КФУ, Музей истории Казанского университета и Лицей имени Лобачевского Казанского федерального. На митинге от делегации КФУ выступил участник афганской войны и работник Чернобыльской АЭС Николай Комиссаров. 75 лет со дня начала войны. Надо сказать, это была самая тяжелая и страшная война. И как бы ни говорили иностранные все идеологи и их государственные деятели, всю эту войну выиграла наша страна, Советский Союз и наш великий многонациональный народ. Стоит отметить, что вместе со студентами КФУ и учащимися лицея имени Лобачевского в Пестрецы приехал и потомок Александра Сергеевича Пушкина, барон Александр фон Гривениц. По его словам, для него большая честь находиться на митинге. Он считает, что подрастающее поколение должно знать, через что прошли наши деды ради мирного неба над головой. Нужно всегда помнить о наших предках, которые совершили великий подвиг и победили для нас. Это мирное небо, траву, на которой мы стоим, воздух, которым мы дышим. Ведь если бы их не было, нас бы тоже здесь не было. После завершения официальной части участники митинга «Минуты молчания» почтили память павших в боях за Родину земляков. Затем возложили цветы к памятнику. Нужно сказать, что в Пестречинском районе родился и вырос герой Советского Союза, защитник Брестской крепости Петр Михайлович Гаврилов. В 2010-м при инициативе Николая Комиссарова был создан музей Петра Гаврилова. С помощью и тоже при инициативе бывшего главы администрации Шейхуллы Галимуловича Насыбуллина, великого человека, я считаю, мы этот музей открыли. У делегации КФУ была возможность побывать в этом музее. По приезде в село Альведино у музея Петра Гаврилова нас ожидал теплый прием и небольшая концертная программа, после чего подробно рассказали о жизни и подвигах талантливого военнослужащего и великого человека. Но следует сказать, что Великая Отечественная война затронула миллионы и миллионы жизней, и моя семья тоже была затронута. Соответственно, в Казанском федеральном университете существует и Центр патриотического воспитания, «Снежный десант», поисковая организация. И вот как раз-таки мы совместно ведем вот эту работу патриотическую. И надеемся, что и будущее подрастающее поколение подхватит, так сказать, за нами это дело. Очень важно помнить о подвигах наших защитников. А наша основная задача – это передавать из поколения в поколение информацию о тех страшных временах войны, чтобы человечество больше не допускало таких ужасных ошибок, как война. Адиль Валеева, Евгений Максимов, Универньюз.